Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Стройгарант Анапа». Меня зовут Дарья. Сегодня я приветствую вас в жилом комплексе «Азовский», расположенный в городе Темрюк. Жилой комплекс расположен между двух морей. От Черного моря вас будет отделять 30 километров, а от Азовского – 15. И я уже не говорю о прямой дороге на Крымский полуостров. Но есть еще один немаловажный факт, который, я надеюсь, порадует вас так же, как и меня. Протяженность пляжей Темрюкского района составляет 250 километров, и 220 из них – песчаные. Но вернемся к главному герою сегодняшнего ролика. Сзади меня вы видите одноэтажный дом площадью 60 квадратных метров. На фасадной стороне участка установлен забор из металлического евроштакетника, есть ворота и калитка, и я приглашаю вас внутрь. Материал стен – керамзитобетонный блок 250 мм, утеплитель – каменная вата 50 мм, фасад дома отделан декоративной моделируемой штукатуркой «Баумит». Фундамент дома предусмотрительно утоплен в землю на 70 см и связан монолитной плитой 16 см. Вокруг дома залита отмостка, подъезд к дому засыпан щебнем. Нас встречает крыльцо площадью 4,3 квадратных метра, на полу ударопрочная плитка, выведены уличные розетки. Я приглашаю вас в дом. Нас встречает просторная прихожая площадью 9,9 квадратных метров. Сзади меня расположена качественная входная дверь. Как вы видите, цветовое решение единое во всем доме в светло-серых тонах. На полу уложена плитка с возможностью подогрева. То есть осенью, зимой, весной и даже летом ваша обувь всегда будет сухой. Для того, чтобы в комнате всегда было естественное освещение, предусмотрели окно. Под окном у нас расположен радиатор. Очень удобно расположены розетки и выключатели. Установлен щиток. Прошу обратить ваше внимание, с прихожей мы можем подняться в чердачное помещение. Дом рассчитан на семью до 4 человек, поэтому проектом были предусмотрены две полноценные спальные комнаты. Я приглашаю вас в них пройти. Мы с вами находимся в первой спальной комнате площадью 10,8 квадратных метров. Как вы видите, в комнате много света, окна выходят на юго-восток. Ну а для того, чтобы в комнате было тепло, под окном установлены радиаторы. На стенах наклеены качественные обои в светлых тонах, на полу ламинат. Установлен натяжной потолок. Для того, чтобы вам удобно разместить ваши электрические приборы, предусмотрено много розеток, в том числе под телевизор. Вторая комната площадью 11,7 квадратных метров. Она выполнена в песочных тонах. Цвет стен гармонично сочетается с цветом ламината. Наверняка вы тоже заметили, что в этой комнате также много света. Окна выходят на юго-восток. Под окном установлен радиатор. Для вашего удобства удобно расположили выключатели. Много розеток, в том числе под телевизор. Качественная межкомнатная дверь. Просторный санузел площадью 4,5 квадратных метра уложен плиткой в серых тонах. На полу плитка с подогревом, есть принудительная и естественная вентиляция, выведены все коммуникации, а также дополнительно для вашего удобства предусмотрели несколько розеток. Мы с вами находимся в центре притяжения всей семьи, в просторной кухне-гостиной площадью 21 квадратный метр. Кухня зонирована у нас плиткой с подогревом, зона гостиной уложен ламинат. Как вы видите, в кухне есть достаточно места для полноценной рабочей зоны для будущей хозяйки. Прямо передо мной можно расположить обеденный стол. В зоне кухни уже выведены все коммуникации. Ну а для тех, кто ожидает вкусного ужина или, может быть, обеда, есть возможность установить мягкую зону и посмотреть телевизор. Для этого застройщикам предусмотрительно выведена телевизионная антенна и розетки. А также выведена розетка под будущую сплит-систему, если вы захотите ее установить. Thank you.
На этом наш обзор не заканчивается. Проектом также предусмотрены просторные террасы. Пойдемте посмотрим. Мы с вами находимся на просторной террасе площадью 19,5 квадратных метров. На полу уложена ударопрочная плитка, выведены уличные розетки и освещение. Я надеюсь, вам так же, как и мне, понравился этот уютный дом с функциональной и удобной планировкой. Если у вас остались вопросы по площади участка, планировке проекта, или, может быть, вы хотите предусмотреть гараж или крытый навес, обращайтесь по номеру телефона, который вы видите внизу экрана. До новых встреч!